ходил у Али. Вообще по жизни очень, сука, странный человек. Когда сказали, что пора и тачку покупать, я думал, целый век он будет что-то подбирать. Пусть там буквально месяц вижу, как Алэжи Бол. В машине едет, прицепил блатной какой-то ног. Кричу ему, Алик, и что это за тачки, блядь? Тот Десни орал на полрайона, камни 3-5. Сказать, что был я в шоке, это словно промолчать. Бит у флексера Олега есть камни 3-5. Вещи делают, японцы едут, запад погорит. Теперь Алэжа люто флексит в камни 3-5. Но ведь он ведет опять, вот и стили 3-5. Только летние все шины едет, их уже менять. Залогинился на тубе, под обзором написал. Камри, это так надежно, на твой димер я приду. Камри 3-5, у камри 3-5. Любви на сто на друга мать и камри 3-5. Камри 3-5, у камри 3-5. Любви на сто на друга мать и камри 3-5. Рассыпаться в сантиментах. Знаю все давно, что камри это пушка гонка. После камри в других тачках чувствуешь себя неловко. Это сити-фити-фити кузов камри 3-5. Он не плохого даже нечего сказать. Все суки выкупаются, но теперь так не надо. Если видишь его в камри, сука, он твой нанимает. Я твой неприятель, я твой папа. У меня в багажнике стволы и битый дядя. Базарик кучерава будешь, когда я скажу. У меня гасна и ты залей, я подожду. Поехали на светлик и зарубимся с тобой. Не стоит мне отказывать, не жертву голову. Камри 3-5, камри 3-5. Любви достойно только мать и камри 3-5.